Двое торговцев оружием задержаны в Чечне. У арестованных в Гудермесском районе республики изъяты автомат Калашникова, 900 патронов и автоматический пистолет Стечкина. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Ранее, 10 марта, в Ленинском районе чеченской столицы при попытке сбыть автоматический пистолет Стечкина был задержан еще один контрабандист, 28-летний житель города Аргун.